Приветствую всех на канале Про Цветок. Меня зовут Русских Иван, я биолог, селекционер и большой любитель томатов. Если у вас есть вопросы по выращиванию томатов, то 28 июля 2020 года в 18:30 приходите к нам на канал Про Цветок на YouTube для того, чтобы поучаствовать в прямом эфире, где я отвечу на ваши вопросы о тонкостях и нюансах выращивания этого любимого овоща. Свои вопросы с фотографиями, а с фотографиями вы получите гораздо больше шансов получить компетентный ответ, отправляйте на портал процветок.com. Кроме того, я соберу уже те вопросы, которые оказались на портале, посмотрю, какие из них являются наиболее актуальными и обязательно отвечу на них в прямом эфире. Также напоминаю, что для тех, кто больше сконцентрирован на конкретных рецептах и кто уже точно знает, что наш канал Про Цветок является одним из наиболее компетентных на просторах интернета, мы открыли новый канал, который называется «Школа Про Цветок». Там вы сможете найти все наши рецепты, которые изложены очень и очень кратко. Конкретные советы. Этот канал будет также полезен тем, кому не так важно почему, кому важно как и что именно сделать для получения самых лучших результатов по выращиванию томатов, огурцов, перцев, баклажан и многих-многих других растений, включая цветочные. Что ж, я буду очень рад видеть вас на нашем прямом эфире, а также в числе подписчиков нового канала. До встречи!